Я приветствую вас из Лос-Анджелеса, друзья. Мы с вами находимся в очень интересном местечке. Это старинный винтаж-магазинчик. Он называется Hidden Treasure, спрятанное сокровище. И он находится в Лос-Анджелесе в Топанго Каньон. Магазинчик известен с 1980-х годов прошлого столетия и стал одним из самых популярных мест местных хиппи и всех, кто любит музыку, кто покупает костюмы к праздникам, к Хэллоуину в частности, те, кто ездит на фестивале Коачелла, фестивале музыки, который проводится ежегодно здесь у нас в Южной Калифорнии. Для всех, кто любит неординарные, уникальные вещи, этот магазинчик работает ежедневно с 12:30 до 6:30 вечера. Сюда легко доехать, здесь удобная парковка, и здесь всегда вам рады. Даже если вы ничего не купите, вы всегда можете сделать интересные фотографии, которые пополнят вашу коллекцию, или сделать видеосъемку. Еще раз, Topanga Canyon, магазинчик Hidden Treasure, Лос-Анджелес, где всегда хорошая погода.